Функциональная мебель, набор современной техники, интерьеры, выполненные в теплых и светлых тонах. По-настоящему светло и тепло в стимуле сегодня из-за произведенного капитального ремонта, сделанного благодаря спонсорской помощи. Речь о сотрудниках городского жилищно-коммунального хозяйства. Прошлый год мы, собрали тоже очень большую сумму и подарили детям компьютеры, подарили спортивный практически тренажерный зал. И тогда же была, сделана экскурсия по учреждению, поэтому и мы поняли о том, что необходимо отремонтировать несколько помещений. Что было сделано? Своей работой они оказывают помощь не только городу, но и отдельным заведениям. Одно из направлений деятельности предприятия – благотворительность. В 2017-м, как, впрочем, и в прошлые годы, равнодушных не оказалось. Каждый пожертвовал часть своей заработной платы. В итоге удалось сделать капитальную реставрацию двух классов. К слову, в стимуле это первый масштабный ремонт за последние 20 лет. Мы смогли отремонтировать стены, отремонтировать потолки в двух специальных классах. Здание нашего центра достаточно старое, построено в 1956 году. Стены сложные, потолки сложные, поэтому только благодаря вливанию таких значительных сумм этот ремонт смог быть произведен. Благодаря помощи каждого отдельного работника жилищно-коммунального хозяйства наши дети теперь получили возможность обучаться в светлых просторных классах, которые соответствуют мировому уровню, я бы сказала. Это идет от сердца, и кто сколько мог, внес посильную лепту в этот, я считаю, что хороший ремонт. Не зря говорят, что чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. И в том, что и в прошлом году, и в этом году нам удалось и удастся очень много, есть доля и этой доброты, которую мы сегодня отдаем детям. А дети отдают нам доброту. И от этого польза только общая. Это история о добрых делах и о тех брещанах, которые объединяются, чтобы помочь тем, кто нуждается в поддержке больше всех. Администрация, воспитатели и родители воспитанников заведения отмечают, что отныне находиться в центре гораздо комфортнее. А в городском ЖКХ говорят, что капремонт, сделанный для своего подшефного учреждения, это лишь начало.